и незабываемых дней. И один из таких дней особенно прекрасен, когда две жизни соединяются воедино, когда мечты и думы о будущем становятся общими. Это не только торжественный день вашей жизни, но и очень ответственный. Вам многому нужно научиться понимать и прощать друг друга. Поэтому перед тем, как вы скрепите ваши узы любви и верности подписями в актовой записи о заключении брака, я, как представитель государства, обязана спросить вас, является ли ваше желание вступить в брак взаимным, искренним, свободным и хорошо подуманным. Прошу ответить вас, Виктор Анатольевич. Да, является. Вы обе выставили. Какую фамилию решила носить ваша семья после регистрации брака? Прошу ответить вас, Ольга. По вашему взаимному желанию и согласию, которое выразили сейчас передо мной, вашими свидетелями, родными и близкими в этом зале, сегодня, 28 июля 2000 года, в городе Минусинске, ваш брак регистрируется. Прошу вас скрепить свой союз письменно. Пожалуйста, звоните. Прошу свидетелей засвидетельствовать брак ваших друзей. В соответствии с законодательством Российской Федерации, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте, пожалуйста, друг друга. Дорогие молодожены, отныне вы муж и жена, основоположники новой семьи. Теперь по жизненному пути вы пойдете вместе. Ваше семейное счастье будет тем полнее, чем больше между вами будет доверия и большой искренней любви. Хочется верить, что то большое чувство, что привело вас сегодня сюда, останется в ваших сердцах навсегда. Найдите друг в друге не только супруга, самого лучшего, верного друга. Знак верности и любви прошу вас подниматься в сердце. Обращаюсь к вам, Виктор Анатольевич, как к главе семьи и желаю вам стать настоящей защитной опорой для вашей супруги, чтобы, чувствуя вашу любовь и поддержку, она всегда оставалась такой же красивой, как сегодня, такой же счастливой, как сегодня. И вам, как главе семьи, я вручаю ваш семейный документ, присланный государством. Сегодня, уважаемая новобрачная Ольга и Виктор, вас пришли поздравить ваши знакомые, близкие, друзья. Среди них самые дорогие для вас ваши родители, ваши самые близкие. Не забывайте о них. Не забывайте, что они отдали вам свою любовь, нежность, свою радость. Уважаемые родители,
Я поздравляю вас с рождением новой семьи. Думаю, своей мудростью, своим жизненным опытом вы поможете становлению молодой семьи. Ну, теперь, пожалуйста, поздравляйте ваших детей. Проходите. И гости все присоединяйтесь к нашим поздравлениям. Дашка, поздравляю. Я тоже, Даша, вытащу. Шишку. Спасибо, папулька. Ой, извините. Жива и радовалась, что выбрали сегодняшний день именно вас. Поздравляю вас. Моя жизнь.